И мы начинаем с главной темы выпуска. В Люберцах отметили крещение Господне. В эту ночь по всему округу тысячи верующих окунулись в проруби. Власти подготовили для них три купели. Это Малаховское озеро, Кореневские карьеры и Наташинские пруды. Безопасность люберчан обеспечивали МЧС, скорая и полиция. Наш корреспондент Даниил Михайлов побывал на главной купели округа. У купели на Наташинских прудах собрались десятки людей отметить один из самых важных христианских праздников. Протоиерей храма Живоначальной Троицы Андрей совершил чин великого освящения воды. О Иордане, крещающийся тебе, Господи! После чего раздался праздничный салют, и глава округа Владимир Ружицкий дал напутственное слово всем желающим искупаться. Я хотел бы всем вам пожелать и добра, и любви, и удачи, и каждому из вас здоровья. Те, кто себя как-то приучил и физически готов к омыванию вот в этой купели, как говорят, милости просим. Желающих оказалось немало. У купели выстроилась целая очередь. Купаться или нет – дело личное. Но окунувшись в святую воду, можно почувствовать настоящую радость. А в некоторых случаях даже исцелиться от болезней души и тела. Держи. Для некоторых купание в проруби – на крещение добрая традиция, а кто-то решился на это впервые. Однако равнодушным никто не остался. Ну, зашла вода, не было страшно, потом как бы уже почувствовалось холод. А так прикольно. Для нас, христиан, это великий праздник. Просто, честно говоря, я впервые это попробовал. Ощущение хорошее, радостно, да, счастливый, довольный. Чувствуется праздник. Для всех пришедших на Наташинские пруды была организована полевая кухня, где угощения раздавались абсолютно бесплатно. Каша гречневая очень вкусная, горячая, все. И чай вот с пряниками. После купания праздник продолжился в храме Преображения Господня, где прошла божественная литургия. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.